контролируем, не делаем резко и быстро. Мы тянемся к небу, в данном случае к небу вверх. Наклоняемся. Еще раз вверх. Теперь сделаем круговые вращения руками. Сначала назад. И вперед. Есть одни очень интересные вращения, когда одна рука идет вверх, вторая рука вниз. Оно требует концентрации, не все умеют его делать. Когда научитесь, будет выглядеть красиво и легко. Немножко помогает также разгрузить мозг. То есть вы просто вращаете, ни о чем не думаете, отвлекаетесь. Старт Днепро уже знает, как это делать. Да, конечно. Очень полезное упражнение для тех, особенно у кого есть